В день 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана горожане возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в парке Шевченко. Церемония возложения сопровождалась маршем памяти одесских ветеранов и минутой молчания в память о погибших воинах. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Ну, вот тот случай, когда сегодня за руки берутся вне зависимости от политических взглядов, от каких-то участия или неучастия в общественной жизни. Мы встречаемся, обнимаемся, вспоминаем этот день и поздравляем друг друга с окончанием афганской войны.